Сегодня же в ПВР выступил знаменитый музыкант, скрипач Петр Лундстрем. Нашей съемочной группе Петр рассказал, приехал по зову сердца. Буквально неделю назад был в Авдеевке. В Староскольском пункте временного размещения играл около часа. От вечной классики до современных мотивов. Очень трогает. Как грех души. За душу берет вообще. Умничка, молодец. Музыкант говорит, в Донецке живут родственники, поэтому ему понятны боль и переживания жителей нашего приграничного региона. Высокое подлинное искусство, оно мало кого оставляет равнодушным. И я очень четко осознаю, что я приезжаю не развлекать людей. Отвлекать, безусловно. Увлекать, может быть. Завлекать, в хорошем случае. Вся страна, на самом деле, молится о белгородцах. И не только, конечно же, мы говорим и про Донецк, и про Луганск, но особенно сейчас достается, конечно же, Белгородская область.